Привет всем, дорогие друзья! И у меня к вам новость. Дело в том, что помаленечку, потихонечку, но я все же вижу, что обсуждения, да, под видео, под различными на канале, они потихонечку растут, и народ общается друг с другом, интересуется различными событиями, пишут мне в личку. Это является лишь подтверждением того факта, что людям интересно на нашем канале, что канал, собственно говоря, живет. Вот, я этому несказанно рад, хотя, в принципе, пока что лишь в некоторых видео можно наблюдать там такие многостраничные обсуждения и настоящие дискуссии, да. Но, в принципе, канал еще молодой, подписчиков не так много, и все еще это будет впереди. Но насчет будущего. Я как раз-таки предугадываю эту ситуацию, и я знаю, что вообще YouTube, как вот именно во плане социальной сети, да, то есть во плане общения, общения и обмена информацией между пользователями, он не слишком-то и удобен. Возьмем те же вот сообщения, да, комментарии под видео. Ну, они достаточно-таки неудобны, в них нельзя, не знаю, вставлять ссылки, какие-нибудь картинки, видео. Вот это накладывает какие-то определенные ограничения. То же самое, как и система личных сообщений на YouTube. Мне она по своей структуре, как она сделана, не очень нравится. Поэтому я решил сделать следующее. Я решил создать группу ВКонтакте, которая целиком и полностью посвящена нашему каналу на YouTube. Опять же, сделано это все только ради, опять же, вашего и нашего удобства, чтобы наше общение, да, как с вами, так и между вами, подписчиками, было только максимально удобным и комфортным. Группа, собственно, уже ждет вас, своих первых посетителей, и мы приготовили все, чтобы ваше посещение там было максимально комфортным. В этой группе также я буду выкладывать ссылки на все последние залитые видео, которые будут в дальнейшем, да, то есть сначала выкладываться на нашем канале, затем я ссылки на видео буду копировать в группу ВКонтакте, чтобы все были в курсе событий. Ну, само собой, понятно, что ВКонтакт — это, так скажем, более удобный ресурс для обмена информацией и для дружеского общения между собой. Вот, поэтому, я думаю, многим, наверное, покажется эта новость очень интересной и хорошей. Вот я тоже, собственно говоря, этому рад и надеюсь, что наше с вами общение и пребывание будет еще более интересным, удобным, уютным и, что самое главное, плодотворным. Собственно говоря, вступайте все вот по ссылке в центре. Вот это наша группа, посвященная нашему каналу на YouTube. Также зовите своих друзей, рассказывайте всем, репостите. И еще, если вам будет интересно, то вы можете пощелкать на другие периферийные ссылочки. Да, они тоже, в принципе, являются нашими проектами. А там тоже вы найдете очень много интересного. Вот. Ну, на этом, собственно говоря, все. Спасибо за просмотр. Еще раз вступайте в эти группы. Постараемся сделать существование этих групп более интересными. Так, ну что же, всем спасибо, пока, до скорых встреч, до новых видео.